О, кролики! Ихи, ребята! Кролики, вы мне нужны как раз! Ребята, привет! И сегодня мы будем пробовать новую игру «Симулятор волка». Мы уже играли в Wildcraft, вот, но это совершенно другая игра, я еще ее не пробовал. Так, у меня задача, ежедневные награды: убить 2 животных крыса, убить 3 животных лань и улучшить характеристики 3 раза. Ну окей. Ну давайте попробуем для начала. Так, у нас есть... Я предлагаю сыграть красным волком. Если вам нравится такая серия про симуляторы, волков, котов, там еще мышей, кого-нибудь, пишите обязательно в комментариях и не забывайте ставить лайки. Конечно же, обязательно ставьте лайки, потому что так мы помогаем продвигаться нашему видео, ребят. Вы же хотите, чтобы на таких видео классных было много просмотров. Так, а это что такое вообще? Это что? Что за кнопочка? Ну, бежим, ладно, куда бежать надо? Побежали к водоему. Попить могу. А, так я кусаю. А, это выть. Нифига себе, это где я появился? О, плеер один убивает оленя. Вот он. Нифига себе, давайте поможем ему. Слушайте, ну кушать, судя по всему, мы не хотим, да, или что? Ну нет такой кнопки пока покушать. Так, ладно, он убил лань, вон еще за одной гоняется. Прикольно. Эй, плеер. Принять. Принимаем приглашение в друзья. Все, мы теперь друзья, кстати. Ха-ха, прикольно. Только начал играть, уже друзья. О, смотрите, по каким горам я бегу. Турун-турун-тун. Ту! Вот наша карта, карта местности. Но пока я вообще не понял. О, лиса. Лиса, лиса. Да убили уже, что ты там бегаешь? Так. Чё? Я не понимаю пока, где, чё, почему. Ну вот так, да? Мне же надо 8, что-то 9. Это что значит вообще? Входит в игру кто-то. Мне же надо убить какую-то лань, там еще что-то, я уже забыл, что. Не знаю, хватит мне энергии для нее. А, она же мне вообще ничего не делает. А, делает. Она лапками берется. Маленькая, ну прости меня, но мне надо убивать вас. Ну ты уж меня извини. Ну как бы игра такая. Я сам вообще не люблю таких штук совершать, но... Игра. А вот, кстати, убить 2 животных. Крыса и лань. А, лань еще одну надо завалить. И крыс потом 2. Стоп. Да я там что-то повышаю. Я пока вообще не понимаю, что я повышаю. Лань, лань. А вон крыса, походу, бегает. Так. Где крыса? Только что я видел. Это лиса. Это волк вообще. А, не, лиса. Да, ну он быстренько справился. А где мне лань-то найти? Ну ладно, лань, мне надо еще и крыс. Ладно, пока бежим. Бежим, 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 бежим. Где-то здесь будет, наверное, кто-нибудь. Принять. Я вижу вот здесь какую-то... А, это волк появился. Привет. Привет, омлет. Ну и что, туда я пойти не могу. Да, туда я не могу пойти. А это что такое? Портал какой-то. Да? Нет. Надо найти, в общем, еще одну лань и крыс. Крыс я не видел ни разу. Лань-то я видел, как бы, а вот крыс нет. А, ну сбегать он может только в определенных местах. Не видеть. Прыгать он не может, короче. Типа там, да? Это что? Кролики еще. Еще и кроликов надо найти. 5 штук. В объеме 5 штук. Окей. Найдем. Бежим, бежим, пока ищем косуль. Лань. Одну лань осталось. Так этот волк всех убивает, который подружился со мной. А как, кстати, с ними дружить? Надо нажимать на них, что ли? Вон, кстати, я вижу лань. Альфа зовет. Да нет у меня альфа, я сам альфа. Иди сюда, дорогая. Ну ты давай так сильно меня не прессуй. Мне тебя всего лишь надо съесть, и все. Я тебя съем немножечко. Получу ачивку. Да нет, не помогай мне. Блин, ну чё вот нафиг он мне помог, а? Ой, ну только вот испортил всё. Но я вот уже, блин, третью, блин, убивал.
Ох, кабан. Кабан, кабан, смотрите, какой он сильный. Нифига, по 25 за раз съедает с меня. Да что ты дерешься вообще без остановки, а? Вот где сейчас помощники? Вот сейчас помощники-то и нужные были, вот. Так, ну кроликов. Это медведь. На него нападать мы не будем. Ладно, мне надо лань. И чтобы на меня, ну, чтобы мне никто не помогал. Да иди отсюда. Там две лисы. Ой, там две лисы, а мне надо лань, кролик и... Кто там еще? Кто-то еще забыл. Крысы, во, во, лань нашел. Наконец-то здесь нет волков других. Я справлюсь сейчас с какой-нибудь ланью. Один на один. О, нет, так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет. Втроем я точно не смогу ничего сделать. Так дело не пойдет, их целая толпа там. Но это семейство видно. Видно семейство ланей. Ой, классно, она, все там в другой стороне пока. А я бац-бац и все, и выполнил. Забрать 50 монеток. Так, крыс. Вот я крыс и кроликов вообще еще не наблюдал. И у меня, кстати, хпшечка подсел. Надо ее немножко это... Здоровье, защита, атака, скорость. Давайте немножко вот так, вот так, вот так. Ну, так-то я посильнее стал уже, посильнее прям прилично. Прям прилично посильнее. Сейчас, у меня хпшечка восстанавливается. Хпшечка моя, хпшечка. Да и давай, далеко не убегай. Ну-ка. Ну, по 22 я уже забираю за один удар. Это уже прилично, прям я вам могу сказать. Она бедненькая по 7 всего. Блин, прости, дорогая, прости. Ну, мы волки такие. Прости. Защита. Прибавили защиту. Хм. Ну и я уже силен, я вам скажу. Там что-то все альфа зовет. Постоянно. О, кролики. Ихи, ребята. Кролики, вы мне нужны как раз. Ой, с одного удара они убиваются. Нифига себе. Два кролика прям. Так, я уже три кролика сделал сразу. Ты давай иди отсюда. Да иди сюда, кстати. Че это, я тебя не боюсь вообще. Вот вообще, от слова совсем. Я смотрю, наглый кабанчик, да, сам прибегаешь ко мне. Ну давай, давай поборемся, давай. Так-то у меня хп побольше, чем у тебя на 3 удара осталось. И нет кабана. Был кабан, и нет кабана. Так, а мы прибавим себе здоровье. Да, прибавили здоровье. Так, здесь что-то новенькое появилось. Ну все. Так, 10, 9, что вот это значит? 10, 9, там, 5, 8, 7. Я пока вообще не понимаю, что это значит. Восстанавливаем здоровье потихонечку. Кстати, там козочки есть, можно перебежать. Море, речку, точнее. Блин, классная местность такая. Альфа зовёт. А что мне ваша альфа? Я тут сам себе альфа. Я сам себе альфа, на самом деле. Козочки, овечки, не убегайте. Ну так, один на разок. Слушайте, это точно овечка? А, ну да, овца же написано. Ой, лось на меня нападает. Да, да, сейчас я добью овцу. Да отстанет меня лось. Ну тебе что не имется? Ну я же тебя не трогал, дорогой. Беги, беги отсюда, да беги. Блин, он меня добил, я не успел убежать. Ну и что делать? А, все, вон я восстановился где. Так, давайте тогда скорость прибавим. Но я какого левела уже? У меня уровень 3. И это 3 тоже, да? У меня здоровье 540. Ну это уже такое приличное здоровье прям. Здоровье прям, здоровье. О, там кабаны какие-то. Лось, кабаны. Ой, да как вас много. Не-не-не-не-не. Овечки. Тогда лучше овечки. Прости, дорогая, но надо зарабатывать опыт. Да, я понимаю, что с кабанов опыта больше, но один троих я точно никогда не смогу, ну пока не смогу победить, мне надо напарники, но напарников что-то там не густо. Не густо с напарниками. Вот, у меня два друга есть. Но они так редко подбегают, что их... Ребятушки, привет! Пиу!
давайте съедим этих овечек, малышечек. Дорогушечка, ну придется тебя съесть, куда деваться. Да-да-да. Сейчас придется всех вас съесть, малышечка. Так, оп. Ну смотрите, я так-то прокачался уже до четвертого. Ой, ну что не четвертый еще уровень? Я вроде вкачался уже до четвертого уровня, но у меня почему-то третий до сих пор написано. Ну ладно. А, мне не хватает до 3000 набрать этих... До 3000 опыта набрать. Сейчас мы овечек покусаем. Овечки самые безобидные, поэтому их не кусать, не перекусать. Критический удар даже надо случиться. Я, кстати, предлагаю на кабана напасть. Ну а что? Почему нет? Ой, два сразу бежит, да? За них зато по 500 дают. Да нет, да как вот, вот я не могу убежать. А, беги, 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 беги. Блин, не успел. Да. Так хотелось кабана убить, но не получилось. О, три лисы. Три лисы, но с лисами я справлюсь. Да, с лисами легко справиться, конечно. Это не кабан. Я четвертого уровня. Прикольно. Я четвертый уровень. Да. Мне надо до 5000 теперь, ну, опыта до 5000 собрать. Так, здоровье, атака, скорость, атака. Будем прибавлять атаку, потому что что-то атака слабенькая у меня пока. Ночь наступает, ребята. Наступает ночь. Да и кто же нас ночью будет здесь поджидать, мне интересно. Енот, иди сюда. Еноты, они такие, они сильные, кстати, должны быть, да. Но они вредные, опасные еще такие. Когда их много, наверное, толпой, наверное, вообще нападают. Мама, не горюй. А вот еще один енотик. Но я-то побыстрее, я ж старый волк. Я в поросятах знаю толк. Вот. Нормально. Ребята, наступает ночь. И мы с вами скоро будем прощаться, потому что прям, ну, мне интересно ваше мнение узнать для начала, нравится вам эта игруха или нет, нравится вам такой, оп, это кто? Кролик. Нравится вам симулятор или нет? Так, а мне же надо еще одного кролика, и все. А, они оранжевым подсвечиваются, которые типа по квесту мне идут. Все, я квест выполнил, круто. А, давайте, давайте скорость прибавим в этот раз и заберем вот так награду. Все, отлично. А что у меня там по наградам-то? Мне осталось улучшить навык двойной коготь, убить два животных крыса. Подождите, а вот этот навык двойной коготь, это где, где это вообще делается? Вот здесь, что ли? Двойной коготь. А как тебя улучшить? Я что-то не понимаю, что надо сделать. Навык заблокирован. А, уровень. Это на уровнях открывается. Все, понял. Мне надо увеличить свой уровень. Ну и, соответственно, будут открываться эти навыки. Ну, прикольно, я понял. Еноты. Я, кстати, предлагаю сразу на трех напасть. А, они в разные стороны, в рассыпную бегут. Уф-уф. Иди сюда, не убегай далеко. Давай подеремся немножечко. У меня уже, кстати, 1600 я набрал опыта. Мне до пятого уровня вообще совсем недалеко осталось. О, и эти монетки мне дают очень часто. Прикольно. Так, а сколько, кстати, у меня здоровья стало? Новое. А, использовать. Угу. Но у меня этого навыка-то еще нету. У меня здоровье уже 581. Ну, это прилично, кстати. Это уже прилично, да. Тут он енотов колбасит. Сейчас поможем немножечко. Вот, он получил новый уровень. Вот, кстати, кролики бегают. А нет, кстати, кролики просто. А, крысы, крысы, они же мне по квесту подходят. Да, 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 ребята, вот они, крысы. Есть, все, я выполнил этот квест. Я все три квеста выполнил. Вообще красавчик, конечно. Уф, я вообще красавчик. Так, здесь мы увеличили. Ну да, мы защиту. Мы прокачиваем так все постепенненько. Давай добавим друзья его. Все окей, он добавился сам. Я предлагаю так. Ну он этот. Он не понимает, что он делает. Убивает кабан. Где бы найти кабанов, кстати? Вот этот, как его, енот. Енот, но я стал быстрее, я стал опаснее вообще, на самом деле. Втроем напали на одного бедолагу, а? Так.
В четверых завалил кроликов. Но у меня уже 3700 вообще-то опыта. Прикольно. Я сейчас опыт, короче, догоню до пятерки. Ну и закончим на этом видео. А в следующем видео уже будем дальше прокачивать волка. Ну и там какие-то задания выполнять. Так, я кого-то там енота бью, по-моему. Я это не вижу на самом деле. 32 что-то. Ага, все, забил. И вот еще енотик. Иди сюда. Иди сюда. Готов. Так, 4600. Надо просто одного кабана, лису или енота. Ну, енота 2 и лису, наверное. А вот кабана одного хватит, потому что кабаны-то за них должны давать побольше. Так, это волки бегают, да. Подсвечиваются это волки. 10, 11, что это? Я вообще не понимаю, что это такое. Ой, я вообще что-то не понял. Блин, жалко, здесь отдельной кнопки прыжка нету, кстати. Мне вот этого не хватает. Я поиграл сейчас в симулятор кота, и после симулятора кота прям очень хочется кнопку прыжка. Вот честно. Овца. Надо убивать 5 овец. Угу. Где бы их взять сейчас еще? Овец пока нету, ребят. Да я вообще что-то животных ночью плохо видно. Я вот хожу что-то по кругу. Куда иду? Зачем иду? Ну вот сюда побежим, там кто-то есть. Вот у меня на пути кто-то. А, вот они, енотики. Енотики, енотики. Ой, да их здесь много, это хорошо. Это прям очень хорошо. И вообще было бы неплохо, если бы на меня сейчас все напали. Я прям был бы не против. Так. Толпа где-то здесь прям за камнем. А, крыса, ё-моё. Крыса! Иди сюда. Так, мне сейчас ожидает новый уровень. Вот это меня радует. Енот, 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 еще один. Ой, как много. Ой, кроликов как много. Быстрее, сейчас надо кроликов успеть догнать. Вон они все бегут. Я просто их по одному укусу же делаю. Так, где-то здесь еще были, вон два. Раз. Два. Ну все, ребят, вот смотрите, я закончил еще один уровень. Мне дали, кстати, какое-то повышение скорости, временно повышать скорость передвижения. А, понял, это кружок вот этот зеленый, прикольно. И давайте атаку, конечно же, первый всегда буду атаку повышать. Ну и пятый уровень уже, уф, это вообще здорово. Вот так вот на прощание повоем. Да, мы красавчики. Ну и все, ребят, я предлагаю вам обязательно поставить палец вверх. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, какого вы уровня, куда вы проходили далеко. И вот наш красивый волчок, волчонок. Ну и все, мы вам говорим пока-пока вместе с волком. Пока-пока, ребят, до новых встреч.